Москва и Подмосковье — это как называется? Клондайк для блогерства или как? Или Эльдорадо. Ну, в общем, страна изобилия, не знаю, блин. Сейчас опять в терминологии, может, напутал что-то. Но я уже сказал, что у меня планы буквально вот. Буквально вот поехать поснимать Рублевку. Отсюда полтора часа. Вот там зубы Чехова города. Ну, от моей исследовательской станции ровно полтора часа ехать оттуда до поселка Жуковка, деревня Жуковка. Естественно, внутрь там мы не попадем. Я думаю, что мы особо ничего там не увидим. Можно было бы, кстати, поехать в деревню Грязь, где замок Галкина, поснимать замок Галкина и все, что вокруг, увидеть это своими глазами. Можно было бы, кстати, тоже. Но, в принципе, поедем вот прямо на эту, на Рублевку, поснимая, как там выглядит это Рублево-Успенское шоссе. Еще раз говорю, если кто не знает, это предубеждение уже развеивали неоднократно. Дорога узенькая, двухполосная, одна полоса в одну, другая в другую. И сплошная линия. По крайней мере, 7 лет назад примерно, когда я там был. Я там был один раз. Нет, по-моему, даже второй раз я там проезжал. Было, по крайней мере, так. Ну, там есть концертный зал Барвиха Лакшеревич. Там все это расположено вдоль дороги. У МКАДа там салон Феррари. Всяких элитных машин. Я думаю, он тоже никуда не делся. Но наша задача просто посмотреть атмосферу по возможности. Все, что мы сможем увидеть с дороги, все посмотреть. Я поснимаю, как ехать отсюда. Ну, вначале это будет все тот же самый ЦКАД. Ну, потом просто посмотреть. Вот так.